дикая холодина, даже одуванчики не раскрываются. Сейчас я вам расскажу, почему сейчас плюс 6 градусов всего лишь. Хотя 7 июня. Вон они стоят. Пожухлы. Какой секрет? Кроме того, серыми в мегаполисах проводятся вот такие акции по уничтожению естественной ауры. То есть растения, вот видите, спилены просто тополя. То есть, ну, оно просто пробивает решетку, нарушает структуру. К счастью, тут денег у них не хватило. Просто кое у кого сердечко схватило у этих сраных дереворубов, бляха. Ну, в целом, как бы ближе к центру, там ситуация более печальна, потому что там как бы зона охвата слабее, не мой район все-таки. И в итоге получается вот этот дисбаланс, леденящий холод, нарушение пробой решетки, нарушение течения энергии, праны, ци, как угодно ее можно называть. Вот не надо за примером далеко ходить. Я пытаюсь переорать этого травмированного придурка, который вот стрижет никому не нужную траву. Там, где ее, собственно, она ничего не представляет, никакой ни опасности нет. То есть вот такой вот маразм, дебилизм. Кстати, как вы видите, старпер это вполне себе такой. За копеечку малую давит все. Такой маразм, дебилизм. Отсюда происходит. То есть уничтожение живого. Продолжительно. 5 градусов тепла. 10 часов утра. Это при том, что это у меня лоджия, да? Лоджия закрыта, все как бы. То есть вот такое вот веселье. И все это объясняется очень просто. Все эти аномалии погоды не только здесь. Ну и в России. У нас, конечно, еще с Тихого океана Южный полюс, который как вулкан Килуа, сейчас он перемагничен. В качестве Южного полюса холоду поддают. А на Южном полюсе, как известно, зима. Ну это всего лишь тут 1,5-2 градуса добавляет. А реальная проблема в женщинах. Женщины не занимаются природой. То есть, да, отдается инская женская энергия. Она уходит. Зайдите в любой банк, да, сидят красивые девушки, дрочат на компьютеры в торговых центрах. То есть вот она, причем она идет не вверх, поскольку это нисходящие потоки, все. Накопительство, бабло, она идет вниз. То есть не работу тонкую, работу с природой, с растениями, с садами, с деревьями. Ну, то есть то, чем занималась в русских городах, да, селениях, женщина, там, баба, как угодно можно назвать, ведунья. Вот, видно там обрубленные деревья очередные, про которые я уже говорил. То есть и в итоге мы имеем, мало того, что здесь был ландшафт оккультуренный, да, его еще стремятся изгадить. То есть, по сути, это сейчас все существует. У нас бы тут вообще снег лежал, если бы не старушки, которые еще это вот поддерживают как-то. То есть фон этот энергетически отдают свою энергию, сажают клумбы там. Ну, я так утрирую, да, ну, дачи есть. То есть работают с природой именно. На тонком плане в основном. Я еще раз говорю, что тут к физике это меньшее отношение имеет. То есть любые циклы, они задаются. То есть не нужно иметь, как в радиоприборе, да, мощный какой-то источник. Достаточно иметь генератор стабильный. И потом это все усиливается, резонансы, так и с природой точно. То есть те же циклы у растений задаются, да, а поскольку женщина более тонкое существо, она как бы работает с Луной, то есть мужчине выстроить циклы работы крайне сложно с тонкой энергетикой. Поэтому, собственно, таких мужчин, они есть такие мужчины, но они все задействованы в основном в медицине, в хирургии, либо в практической магии, ну то есть
Там, где в медицине вы их найдете, наверное, в хирургии, в скорой помощи, то есть где. Ну и их единицы. То есть вот. И в итоге получается, что мужчина грубой формы это может сделать, а синхронизма добиться без опыта, тем более мужчина всегда просто забивает другая энергетика и забивает текучка. И мы видим разрушение, да, природы, погоды, все эти торнадо, то есть плюс опять-таки деструктивные все эти жидовские капища, всякие, значит, жертвоприношения, как помните в Кемерово, всего лишь в марте было страшнейшее, да, наглое событие, потрясшее всю страну. И вот мы имеем дисбаланс, разрушение как бы природной среды. Ну а природа, она отвечает, она вынуждена локализовывать эти точки деструктивные. То есть, а как она? Она их вымораживает. Это известный механизм. То есть, идет резкое понижение температуры. То есть, чем более деструктивный социум. Глядя на карту России, можно увидеть. Вот сегодняшнюю даже взглянуть. Перед накачиваем опять. Только победобесие сгинуло, накачивается опять чемпионат, Россия. То есть, эти упыриные низкие энергии накачиваются. Звериные такие, животные. То есть, и вы увидите по температуре, где более-менее нормально обстоят дела, и где дела совсем швах. Есть места, где люди бегут в той же Коме, там просто минуса, и по несколько дней в июне лежал, в конце мая снег. Один уже снял. Вот она, низкая энергия. Ну, это известно, показывал, для чего. Вот донос. Поэтому свежак и на столе тоже присутствует. Живое. Как в Японии. Где индийская энергия в гармонии. Где женщину сохраняют. Причем очень гармонично. Природу, социум на острове. Чуть не сказал континенте. В этом большое отличие от России, утерявшей ведические традиции, обкуренной опиумом коммунизма, православия, вот этого ебанутого жидо-православия и зомбо-телевидения. Почувствуйте разницу.